открывает нашу юбилейную 45-ю встречу клуба меломанов. Раньше мы называли его клуб любознательных меломанов. И сегодня у нас в гостях после этого перерыва любимейший, прекраснейший омский ансамбль, коллектив, который состоит из инструментов народных, условно говоря, это «Тарские ворота», лауреат всероссийского конкурса. Приветствую! Но это любопытное соединение, потому что как игра
вот здесь идеально все совпадает. Итак, Вивальди, времена года. Зима – первая часть, лето – третья часть.
интеллектуальные, а порой физические силы. Давайте вспомним самые знаменитые игры. Например, Олимпийские игры. Олимпийские игры, которые существуют до сегодняшнего дня. Вы знаете, что даже войны останавливались на время проведения Олимпийских игр в Греции. Или возьмем игру в шахматы. Древнейшая игра, возникшая на Востоке. Играли в нее практически все, от самых-самых до самых низов. Игра, которая существует и поныне, а сейчас это мировые турниры, в это вкладываются гигантские деньги, люди собираются для того, чтобы смотреть, решают эти задачи. Это может и на сегодняшний как-то массовый характер решена, решилась эта игра. А ведь еще буквально вот в конце 20-го столетия от самых малых детей до убеленных сединами уже играли все в шахматы. Что касается композиторского творчества, то, конечно, там можно найти очень много игровых моментов. Ну что есть у композитора для того, чтобы поиграться? Но поиграться можно в стилизацию, да? То есть взять, пойти в какую-то определенную эпоху, в определенный жанр, почувствовать стиль другого композитора и создать нечто подобное. Я думаю, что бы ни происходило в композиции, все равно есть какие-то родственные понятия вообще у игрового процесса. Чем должен руководствоваться любой творец и любой игрок? Игрок. Ну чем? Должен быть азарт. Должен быть интерес. Должна быть любовь к тому, во что ты играешь. Должна быть амбиция. Должен быть дух соперничества, конкуренции и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас мы с вами будем слушать произведение, которое опять-таки хорошо знакомо всем. Серенада Франца Шуберта. В чем здесь игра? А вот вы призадумаетесь. Ведь серенада, как жанр весьма и весьма древний, он переживал и взлеты, и затишье. Падения, конечно, не было никогда. И вот Шуберт, композитор рубежа 18-19 столетия, ведь не просто так пишет серенаду. Причем у него ведь не одна серенада, а несколько. Но популярность получила именно эта серенада, где первая строчка текста в русском переводе «Песня моя летит с мольбою тихо в час ночной». Мы все это прекрасно знаем. Так вот, все-таки, в чем же дело? А дело в том, что серенада на этот момент – жанр, который известен вообще любому европейцу. Прежде всего европейцу, а уж особенно людям, которые говорили на немецком языке. Серенады звучали не только в честь прекрасных дам, увы, это было гораздо позже. А серенада прежде всего звучала как явление приветственное, праздничное. Какого-то вельможу, даже какого-то дельца после хорошей сделки нужно было обязательно как-то отблагодарить. И вот под окнами дома, у балкона нанимались музыканты и располагались, и нечто исполняли. Это могла быть и вокальная музыка, и экспериментальная музыка. Что здесь опять игрового? А вот это дух конкуренции и соперничества. А чем я лучше других? А я тоже хочу написать серенаду. И поэтому, если полистать списки в этом жанре, то мы с вами увидим, зашкаливает. Там сотни серенад самого разнообразного плана. И для инструментальных составов, и, как я уже сказала, для голоса, и для соперничающего инструмента. То есть пели и играли серенады по любому поводу. Но у нас с вами через несколько дней любимейший себе праздник, 8 марта. И вот в сегодняшней программе у нас будет музыки очень много динамичной, активной, виртуозной, потому что перед нами мастера своего инструмента. А вот лирическая пьеса все-таки одна. И вот эту серенаду ансамбль «Тарские ворота» посвящает нашим прекрасным, милым женщинам. С праздником вас!
также требовалась сила, ловкость и физически какие-то очень хорошие данные. Причем исполнялось это все и в народной среде, и, конечно же, среди аристократов и дворян, потому что мы бесконечно видим это подразделение. Что из этого сохранилось на сегодняшний день? Я думаю, что большая часть, что связано с физическими, так сказать, явлениями, оно ушло в профессиональный спорт. А по сути ведь у нас очень мало сейчас людей играют во дворах ни в футбол, ни в баскетбол, ни в лапту. Ну, дети, может быть, где-нибудь, может быть, где-то там, я не знаю, в селах, и то я сомневаюсь в этом. Ну, в гольф играют аристократы, ну, занимаются они верховой ездой за гигантские деньги, но это не носит массовый характер. Единственное, допустим, в странах Латинской Америки, как вы знаете, из явлений вот старого порядка сохранился карнавал. Венецианский карнавал и бразильский карнавал. Вторая половина игр – это, конечно, внутри помещения, интерьерные, опять-таки. Ну, что касается крестьянской среды, раз крестьянский вечерок, девушки гадали, Действительно, очень много было игрового начала в тот период, когда готовились свадьбы, там целые церемониалы, целые эпопеи. Не будем сейчас об этом говорить. Что касается, опять-таки, высшего света, то там чего только не было, да? Там, опять-таки, были и маски, и шарады, и театр был свой, да, там, будем в дворцовой среде, и танцы начинают под театрализацию как-то подстраиваться. Что здесь сохранилось? Ну, конечно, все меняется, но что-то сохраняется. Если мы были в ночной клуб, не приведи Господь, да, то мы увидим, во что это все вылилось. Самое, конечно, сейчас новомодное явление – это компьютерные игры, которые приходят, как вы знаете, уже к совершенно ужасным результатам, потому что все ученые идут в тревогу, люди начинают там как-то болеть и все такое прочее. То есть игра имеет и опасный оттенок, да, чрезмерное увлечение их приводит к плохим результатам. Но надо сказать, что практически каждый из этих явлений мы наблюдаем триумф условности. А в искусстве его самый условный жанр, конечно, является балет. Согласитесь, ну странно, да? Час, два, два с половиной, люди на сцене, что только они не делают. Причем для этого требуются колоссальные усилия. Вот только что закончилось шоу «Большой балет». Мы низко склоняем голову перед их адским трудом. Но они ни слова не говорят. И вот в балете условности просто беспредельное число. Сейчас мы с вами будем слушать один из шедевров, фрагмент точнее. Петр Ильич Чайковский, балет «Лебединое озеро», он заканчивается замечательным танцевальным дивертисментом. И один из танцев, такое, знаете, вот, ну, даже несколько, я бы сказала, такое не шутейное, не лубочное, а вот какое-то такое парадно-праздничное лакомое явление. Итак, в этом дивертисменте есть русский танец. Все спорим, что это, трепак, не трепак, комаринская, не комаринская. Да не, никогда мы не найдем истины. Потому что Петр Ильич очень знал хорошо народное искусство. Он с детских лет обитал вот рядом с народом, в любом имении, там в гостях или у себя дома. Но, тем не менее, балет диктовал другие условия. И вы вспомните, как выглядят танцоры, выходя на сцену в рамках этого танца. Какой-то немыслимый кокошник, какая-то немыслимая одежда с какой-то юбкой, с фижмами, белые колготки, говоря современным языком, панты, это что? Это непонятно, что. Далее, этот русский танец звучит в сопровождении большого симфонического оркестра. Это что? Это опять условность. Ну а сам характер музыки, такого рода музыка у Чайковского и в симфониях, и в концертах, и в других инструментальных жанрах. Но главное, что у Чайковского эта музыка выражает русский дух. Наше народное, национальное, оптимистическое, несгибаемое начало. А уж когда это вот сейчас переложено для ансамбля камерного, малого, народных инструментов, я думаю, что они даже ближе приблизились к идее композитора, чем то, как это звучит в симфоническом оркестре. Чайковский, русский танец из балета «Лебединое озеро».
азартно играть. Порой для этого необходима была даже, знаете, авантюрная сторона натуры, для того, чтобы не думать ни о каких исторических реалиях, не задумываться о том, зная я архивные источники, не зная, какое это имеет значение, мне просто нравится сюжет. И поэтому возникали такие уникальные произведения, как, например, Иоганн Мальчесон, друг Георга Фридриха Генриха. Рубеж 17-18 столетия. Немецкий композитор, аристократ, который вдруг пишет оперу, представьте себе, Борис Годунов. Когда мы сейчас ее смотрим и слушаем, кроме улыбок она не вызывает ничего. Но мы двинемся дальше. Молодой Жорж Бизе, он, опять-таки, ни о чем не задумываясь, создает оперу «Иван Грозный». Когда мы сейчас с ней знакомимся, нам опять хочется смеяться и удивляться. Действительно, авторская неудача. Но так происходило не всегда. Чем более зрелый, опытный и умный композитор, он понимает, что шутки плохо, если ты берешь какой-то серьезный сюжет, а если еще жив автор либретто, первоисточника, надо быть очень убедительным. И вот сейчас мы будем слушать с вами фрагмент из нашей великой русской оперы. «Весенняя сказочка» Николая Ильича Римского-Корсакова «Снегурочка». Прямо вот, вы знаете, кстати, юбилею этой оперы. Мы так рады, что вот она все-таки хоть в каком-то виде она появляется. И как жаль, что она не идет в полном своем объеме на сцене наших русских оперных театров. А мы видим какие-то дайджесты, мы видим какие-то купюры, которые, конечно же, портят произведение. И вот, когда Римский-Корсаков создавал эту оперу по пьесе Александра Николаевича Островского «Снегурочка», он, конечно, был, я бы сказала, очень осмотрительным, потому что пришлось полистать какие-то летописи, сказки, предания, былины, фольклорные какие-то сборники, кстати, было очень-очень мало. Но композиторам того времени везло, потому что ведь каждое лето они старались проводить в селах русских. Они снимали там дома, имения. И вот эта девственная русская природа, тогда она не была такой, как сейчас. И, конечно же, крестьяне, которые были носителями традиций, их еще никто не заставил позабыть свой национальный фольклор. Все это вдохновляло. И вот в этой опере есть потрясающий фрагмент, когда царь Григорий просит, чтобы жители его передели, веселились. Нужно приблизить праздник, ведь скоро должно Ярилов зайти так ясно, что весна уступила место лету. И вот кто главный зачинщики веселья? Скоморохи. А в 19 веке о скоморохах были только какие-то смутные-смутные представления, сказания и предания. Конечно, были изображения. Они могли быть и в рамках храма, они могли быть в старинных книгах, но что на самом деле представляло из себя искусство скоморохов, мало кто себе хорошо и отчетливо это мог сказать. Поэтому многие композиторы, которые обращались к эпосу, национальному искусству, они как бы реконструировали или моделировали прошлое. И в этом смысле Николай Андреевич смелый, убедительный и абсолютно талантливый, гениальный человек. И вот эта пляска скоморохов заставляет еще нам подтянуть одну мысль о том, что это произведение, фрагмент в опере инструментальный, то есть там на сцене гордый балет и изо всех сил старается виртуозно сыграть симфонический оркестр. У нас опять есть прекрасная возможность, потому что Дмитрий Строгин, у него настоящий нюх. Он не берет какую попало музыкальную литературу, а он как бы вот то к себе привлекает, что действительно ложится на тембры и голоса вот этих замечательных русских инструментов. И для того, чтобы исполнить это, пьесу, приходится музыкантам, если сказать совсем просто, попотеть, потому что игра очень часто еще сопровождается колоссальным трудом. И вот в этом труде у музыкантов пальцы лопаются, не выдерживают струны. Вот сейчас буквально перед концертом, да, у Димы там проблемы со струной, потому что инструменты тоже устают, когда на них играют часами беспрерывно. Но публика ничего этого не должна знать и видеть. Мы сейчас мы видим вдохновенные, прекрасные русские лица, которые исполняют прекрасную русскую музыку Николая Андреевича Римского-Корсакова. Thank you.
для зарубежной музыки приблизительно, я бы сказала, 17-го столетия. Но эта тема актуальна до сегодняшнего дня – цыгане. Ну, я только произнесла одно слово, и в голове каждого из вас веер ассоциаций, мыслей, образов, личных воспоминаний, пристрастий или антипатий, неважно, но кто может равнодушно отнестись к этому явлению. Представьте себе, что вот, в эпоху Возрождения в музыке никак это не отразилось. То есть, конечно, существовала всегда сама по себе автономная цыганская культура как таковая, а профессионалов она не привлекала. Но что касается уже эпохи барокко, вот тут уже первые обращения. Георг Фридрих Тельман, друг, между прочим, и Баха, и Генделя, композитор, который при жизни был даже более знаменит, чем они вдвоем вместе взятые. Так вот, он один из первых, кто начинает обращаться, изучать цыганский фольклор и преломлять его в своих произведениях. Произведений у него около 3000. Поэтому, если там тщательно порыться, то вы найдете не один десяток сочинений, связанных с темой цыган. И звучит это весьма и весьма своеобразно, совсем не так, как нам бы этого хотелось. Двинем дальше. 19-е столетие, самое начало. Немецкий композитор, прекрасный создатель немецкой романтической оперы Карл Мария фон Вебер. Он один из первых романтиков, который включает цыганские темы, напевы, песни, танцы в свои концертные произведения, потому что он был блистательным виртуозом. И вот эта свобода цыганского музицирования, особая экзальтация, особая рубата, как мы сказали, то есть вот это свободное обращение с темпом, это его чрезвычайно привлекало. Ну а уж дальше, вы знаете, цыгане заполонили все. Ну, возьмите, допустим, оперу Пьесе Кармен. Кто главная героиня? Цыганка. Пойдем дальше. Сейчас у нас с вами знаменитейшая русская опера, камерная опера, маленькая опера, ученическая опера. Но это Великий Сергей Васильевич Рахманинов, который, заканчивая Московскую консерваторию, сочинил оперу Олега по полемии Александра Сергеевича Пушкина «Цыгане». Вы знаете, вот я очень часто размышляю об этом произведении, и мне в разных контекстах приходится с ним соприкасаться. Кто там исполняется знаменитая ария, кто там знаменитый хор исполняется. А вот сегодня редко звучащий фрагмент – это цыганская пляска. Цыганская пляска. Вы знаете, я думаю, что молодой Рахманинов совсем не случайно обратился к этому, хотя это было одно из важнейших предложенных экзаменационных заданий, и он на него мгновенно откликнулся. Совпало все – и задание, и собственные личные его, интересы. Вы знаете, будучи молодым, он влюблялся в всякие юноши, а уж что говорить про творцов, да, художники, поэты, композиторы – это особые люди. И вот одна из его, так сказать, тяжелых любовно-лирических историй была связана с влюбленностью в женщину. Она была старше его, она была человеком тяжелой судьбы, она была вообще человеком мрачно настроенным, но он ее настолько полюбил. И это была не страсть, а просто, знаете, какая-то болезнь. Он приходил постоянно к ней домой, он искал с ней разговора, внимания с ее стороны, но она буквально мучила его. Она, по одной из версий, была наполовину цыганкой. И поэтому я думаю, что вот этот тяжелый характер, вот эта странная история, она каким-то отблеском пала и на оперу. Потому что ведь одно дело поэма Пушкина, и совсем иной накал страстей мы ощущаем в опере. И вот эти цыганские пляски, конечно, это не просто реконструкция, потому что что такое Россия и цыгане? Это понятие неразрывное, да? Это знаменитый Яр, это наши знаменитые аристократы, офицеры, гусары, которые вообще не представляли себе большой гулянки, большого празднества без цыган, да? Либо их приглашали на внимание, либо отправлялись куда-то к цыганам. Вспомните Достоевского, как это очень ярко и красиво описано, и так далее, и так далее. Поэтому, видимо, есть какие-то точки соприкосновения. И вот эта игра в цыган, она сопровождает многих из нас. Вспомните, ведь особенно часто на свадьбах раньше никто не нанимал тамаду, да, никто не задавал, не там, писал сценарии. Люди развлекались сами. И вот одно из, кстати, ярчайших театральных мгновений во время свадьбы, это когда кто-то из особо активных гостей наряжался в цыган, шли плясать, гадали, и всем было страшно весело. И вот этот момент переодевания, да, такое вхождение в другую ипостась, это тоже свойство русской, славянской, широкой души.
«Казанская пляска» из оперы «Лето» от Сергея Васильевича Рахманинова.